Сразу на двух улицах Ленска появилась разметка. Маркировку нанесли по распоряжению прокуратуры после обследования дорожной сети. Ведь это не только удобство для участников движения, но, в первую очередь, обязательный элемент проезжей части. Как восприняли новшество водители, расскажет Олеся Васева. Мне было много лет, но отсутствие разметки движению по дорогам города не мешало. Не мешало водителям. Для сотрудников ГАИ ее отсутствие уже нарушение. Нарушение правил безопасности. Ведь это, по сути, простое изобретение выполняет очень важную функцию. В полной мере регулирует уровень необходимой безопасности в том или ином месте дороги. Решить вопрос о нанесении маркировки на дорогах Ленска удалось только с привлечением прокуратуры. Ситуация уже давно у нас длилась, с 2015 года. Совместно с органами прокуратуры были проведены внеплановые обследования улично-дорожной сети. В отношении администрации «Новый город Ленск» прокуратура подала иски о нанесении дорожной разметки на автодороге на улице города Ленска. Этим летом в городской администрации средства нашлись. На улицах Нюйская и Первомайская нанесли дорожную разметку. И хотя количество транспорта на дорогах Ленска несопоставимо с интенсивностью движения на дорогах мегаполисов, водители отметили удобство маркировки. Но разметка нужна, так как у нас в городе ее нету. Если куда-то выезжаем с центральными городами, мы путаемся. А она дисциплине приучает. Первые улицы, на которых была нанесена разметка, были выбраны не случайно. Здесь недавно провели капитальный ремонт дорожного полотна. На новом асфальте разметка выглядит уместно. Ее сделали специальной краской. Сколько она продержится на северных дорогах, сотрудники ГИБДД пока не знают. Но размечать дороги в городе продолжат. На будущий год также запланированы другие улицы. Это улица Ленина, Чапаева, Заозерная, Каландарашвили. Дай бог уже, чтобы город у нас, дороги приходили в должное соответствие, в соответствии с ГОСТами. Конечно, содержание дорог – отдельный вопрос. Местами они не выдерживают критики. Но на тех участках, где в ближайший год все же появится разметка, водители будут чувствовать себя увереннее. Олеся Васева, Руслан Кириллов, Сергей Счастный. Телеканал «Алмазный край».